Возлюбленные во Христе, братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня все исполнилось света, небо и земля, и преисподняя, и празднует весь мир воскресение Христова. Христос живой, невредимый, с высшими качествами преодоления пространства и времени, и вещества закрытыми дверями проходит там, где находятся апостолы, приходит в наше сердце, и Он богатейше неизреченно находится в нас, говорит апостол Павел Ефесянам. Сегодня мы, как первохристиане, а более того, как иудеи, празднующие первую Пасху, помазавшие косяки, так и мы символически красим пасхальные яйца в цвет крови Агнца Вечного, Бога Живого Воплощенного Христа. Эта кровь Агнца, она находится в нас с вами, не только на крашенных яйцах символически, но таинственно в нас Христос своим телом и кровью. Только так мы сможем преодолеть все свои трудности и проблемы, когда совоскреснем Христу и будем подготавливаться всей своей жизнью, своей крепостью и разумением и желанием совоскреснуть Ему. Христос – наша Пасха, поет в церковь, потому что Он – наше освобождение. Он – наше спасение, и мы Ему молимся, потому что Он – наш Спаситель мира. Красный цвет крови Его и красный цвет Царства Его. Поэтому в нас здесь начинается и Царство благодати, в нас начинается Царство внутри каждого человека. И, конечно же, мы идем к особому пребыванию Бога в Царстве славы. И мы, дорогие, всегда радуемся, потому что нас утверждают те, кто прошли, те, через которых Господь дает чудеса, через их мощи, через молитвы к ним, такие как святитель Иоанн Златоуст, который восклицает: «Христос воскресе и подоша демоны! Христос воскресе и радуются ангелы! Христос воскресе и жизнь жительствует! Тому слава во веки веков! Христос воскресе! Христос ловзис, сбыльис ловзис! Аминь! Воистину воскресе Христос!» Христос!